А сейчас мы с нашим поваренком приглашаем на сцену Софию Смирнову. Ей 5 лет. Скажи, пожалуйста, а как зовут твою маму? Ира. А что бы ты хотела пожелать своей маме? Чтобы она была здоровой. Ты можешь нам сказать пару слов? Какая твоя мамочка? Красивая. Ты будешь петь, танцевать или рассказывать стихи? Рассказывать стихи. Слыхается на тузе и стоящий клише. Кажут, чтобы солнце не расквитнуть квиты. Ах, и бабы с мамой есть счастливые дети. Я до ней сердце любо прогонуся. Хай сияет солнце, как моя матуся. София, а скажи, пожалуйста, что это у тебя за прекрасное солнышко в руках? Кто сделал его? Я с братиком. Сколько ему лет? 19. Можно посмотреть? Вот такое солнышко сделала София со своим братом старшим. И вы подарите его маме? Да. Дякую.